Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм Дамы и господа, мое вам здрасте. Мы продолжаем с вами прохождение народной солянки объединенный ПАК 2.1. И в сегодняшнем нашем ток-шоу я хочу вам показать альтернативный способ получения СКАТ-15 для Пантеры. Пантера заказала выкрасть СКАТ-15 на стройплощадке у наемников. Тут у нас где-то банда Шалова, вот в этом вот районе лежит СКАТ-15. Ну, также само тут чучело еще лежит. Для Что для этого нам нужно? Для этого нам нужно перед разговором с Пантерой принести Сахарову все трактаты, потом продвинуться по ветке экзоскелета Черного Доктора, чтобы Димок в Восточной Припяти дал нам переход на Юпитер. Для этого нам нужно Димоку принести, выполнить его задание, короче говоря, принести ПДА там ему или документы какие-то, по-моему, документы с Юпитера. Потом пошлет он, вернее, скажет, что Аз знает переход назад. Ну, в общем, короче, двигаться по экзоскелету Черного Доктора, чтобы открылся переход с Юпитера в путепровод и с Восточной Припяти на Юпитер. Ну что ж, давайте поговорим вот с этим челом. Челдобрек, здорово. Позволишь пройти? Мне в этот ангар очень нужно попасть. Привет и тебе. Не пускаем никого внутрь. Спецпропуск нужен от Шалова. У тебя он есть? Если честно, то нет у меня допуска. Но внутрь попасть очень надо. Просто край как нужно. Мне просто необходимо убедиться, что внутри этого ангара нет вещи, которую я ищу. Ну так как? Может, договоримся? Если Шалы узнает, что я без его разрешения кого-то пропустил в этот ангар, сразу пулю мне между глаз пустит. У него разговор короткий. За невыполнение приказа расстрел на месте. Ну ладно, давай так, гони 30 штук за риск, и у тебя есть 2 минуты, чтобы осмотреть ангар. Если согласен, то давай быстрее. Шалы где-то на базе может появиться в любую минуту. Если нарисуется здесь, то и мне, и тебе мало не покажется. Блин, деньги это мусор, если там обнаружится вещь, которую я ищу, так я тебе еще сверху накину. Бери, конечно. Так, ну давай, пропускай. Че ты здесь, ну, стоп устроил какой-то. Я братела, давай, отходи уже. Хорош тут, чешешь тут одно место. Так, забираем сначала чучело псевдопса. Можно, в принципе, и не забирать. Ну, есть приказ, есть квест, то отнесем дембелю тоже чучело. Так, лежит у нас СКАТ-15, вот он. Забрали, ага. Появляется Шалы, ребята. Все, короче, попадос. Что нам нужно для того, чтобы выполнить, вернее, чтобы пошла ветка дальше, чтобы... Сейчас посмотрите. Но насколько я в курсе, к тебе эта вещица тоже никаким боком не относится. Ты просто взял и присвоил ее себе, кинув тем самым своего заказчика. Заказчик... Это и есть твой босс. Что скажешь, не так? Ага, ты взял вещь, которая тебе не принадлежит. Верни, будь добр, иначе я тебе гарантирую крупные неприятности. Так, у меня теперь нет босса, я сам сейчас рулю своими ребятами. Достал меня и шеф, и Пантера, которая у него на побегушках. А теперь, как оказывается, ты сам у нее на побегушках. Не стремно шестерить на такую стервозную сучку, которая строит из себя крутую. Берется командовать опытными бойцами, раздавать приказы и говорить мне, что и как лучше делать. И все из-за того, что она спит с боссом. Мне это надоело. Я взял то, что заслужил по праву, этот костюм. Это моральная компенсация, да и материальная также. Мне и моим бойцам 2 месяца жалования не платили. Все завтраками кормили. Так, давай без лишней лирики. Кто с кем спит и кто там на кого шестерит, меня не касается. Я взял заказ, и я его выполню. Дай мне просто уйти отсюда, и я гарантирую, что никто не пострадает. Не хотелось бы лишнюю кровь проливать. Ну, ты загнул, конечно. Ты же видел, сколько ребят стоят снаружи ангара, на крышах снайперы. Они только и ждут, когда твой котелок у них в прицеле появится. Так что навряд ли ты сделаешь больше 2 шагов, выйди отсюда без моего разрешения. А что до костюма? Не могу я тебе позволить с ним уйти. Пацаны не поймут, какой я командир после этого, если позволил тебе просто так уйти со своей добычей. Между прочим, я лично и моя бригада сильно рисковали, вытягивая костюм с базы свободы. Я тебе скажу, это было непросто. Так дела не делаются. Ну я же тоже не один. Как ты себе думаешь, тоже подстраховался? Если не выйду на связь,
через одну минуту, то прилетят вертухи и разнесят твою базу в щепки. Я договорился с военными, тем более у них все равно в планах была заложена зачистка этой территории. Так что особо долго мне их уговаривать не пришлось. Ты уж совсем за кретина-то меня не держи. Блефуешь. Ну правильно, что тебе еще остается в этой ситуации? Наш разговор затягивается, ребята уже криво на меня посматривают. Чего это я с тобой вожусь, вместо того, чтобы сразу тебя отдать им на съедение? Давай так, ты сейчас мне возвращаешь костюм, так, чтобы все видели, и спокойно уходишь отсюда, живым и здоровым. Я даю слово, что никто тебя не тронет. Чучело можешь оставить себе. Мне оно порядком надоело, только пыль да вонь от него. А пантере, сучке этой, скажешь, что костюм не удалось найти. Ну, оштрафует, любит она штрафы выписывать. Ну, не будет в ее глазах крутым мыном выглядеть. Но, по-моему, это лучше, чем остаться здесь навсегда и лежать совсем, совсем мертвым, однако. Теперь, ребята, мы выбираем здесь квест. Нет, костюм я тебе не отдам, вернее, диалог. Я принял решение, изменить его не собираюсь. Упертый, значит, но все-таки дам тебе еще немного времени подумать. У тебя есть еще 20 секунд, чтобы передумать. Потом не обессудь. Ладно, благодарю, спасибо. Выполнять нужно, ребята, все в таком же темпе, как и я. Ну, не в темпе. Короче говоря, теперь нужно опять подойти к Шалому. У него появился диалог. Все-таки я подумал, решил, что ты прав. Костюм этот ты заслужил больше, чем я с заказчиком. А я с заказчиком сам решил вопрос. Ну вот и правильно. Нечего из-за какой-то смазливой сучки свою башку подставлять. А раз ты поступаешь благоразумно, то поделюсь с тобой информацией. Мне известно, что точно такой же СКАТ-15 есть у одного из лидеров Монолита. А база их на заводе Юпитер. У меня был выбор, либо переться на завод и схлестнуться с фанатиками, либо попытаться отжать этот броник у Лукаша. Я выбрал второй вариант, он менее геморройный. Да и безопасной тропки на Юпитер у меня нет. А ты, может, когда узнаешь, что туда нормальный путь, и заберешь костюм завода. Ладно, спасибо за информацию, пока. Короче говоря, вот так вот мы, ребята, выползаем потихонечку отсюда. Немножечко у нас дождичек идет. Ну да ладно, темновато. Отправляемся на Юпитер. Мы на заводе, ребята, на Юпитере. Вообще, я тут всю секту эту монолитовскую шушеру выносил до этого. Блин, правда, я не обыскивал никого. Наверное, я профукал все-таки Гаус изверга. Ну-ка посмотрим. О, двое есть. Интересно, кто это такие? Точно не изверг. Какой-то умник. Сейчас мы этому умнику глаз намылим нафиг. Так, а что это у меня? Нафиг оно надо? Давайте-ка мы лучше пулемет. Четверо. Блин, а где они? Встречают, ребята, встречают. Встречают явно не с цветами. О, сколько. Хватит, родной, один готов. Так, будешь уничтожен. Сейчас будешь уничтожен. О, хорошечно я этого приговорил. Блин, просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, что творят, а. Ёлки-палки. Так, где ты, гад? Это у меня пулемет забрал, ребята. Хватит, родной. Слава богу, что не забрал. Вот дают, а. Смотрите, что творят, а. Есть контакты, ты тоже готов, по-моему. Патронов маловато взял. Ну да ладно, где даже не пропадало. Главное, чтобы изверга здесь не было. С его сектой опять по новой. Блин, что там у меня с пулеметом-то, а? Как это я так его чуть не профукал, непонятно. Есть контакт, так. А тут поднялся засранец, я его не добил. Ладно, сейчас поговорим. По-другому поговорим, братишки. О, вижу, где-то здесь. Есть контакт. Так, это тоже спать нафиг. Так, еще один где-то остался. Кто такой? Глазастый. О, сейчас я тебе глаз дотяну на то место. Блин, лишь бы он тоже... Ой, куда пошел? Ух ты ж, бронебойный был глазастый. Елки-палки, ладно, забираем. Хорошечно, продолжаем маневрировать. Нормально. Как там кое-кто, который в бане... Сказал, обкуренный я, нормально, обкуренный. Тут не обкуренным тут оходить невозможно. Да я шучу, ребята, я никогда в жизни не курил. Вернее, ну не курил, короче говоря. Сигареты курил только. Нормально, продолжаем маневрирование. Так, найти бы еще бы разок этого изверга. Мне так его Гаус нужен, блин. Наверное, не судьба сегодня.
Блин, я думал, здесь какие-то электрохиберы заспаунятся, что я всех перебил в прошлый заход, что ли? Ёлки-палки, вообще ваш пень пойму. Так, где у нас кто? Пятерых прибили или четверых? Хорошечно. В торговом зале есть кто-нибудь? Так, ну-ка сейчас мы им гранату кинем, а, если они есть здесь. Ага, светошумовая. Нафиг надо, скажем, дружно, нафиг нужно. Во, вот это. Это подарок. Счет никого пока не вижу. О, никто и не молится. Хорошечно. А, они, значит, пошли меня искать. Так, надо найти теперь здесь где-то сейф. О, во, сейф. Есть контакт. Во, прототип армейского СКАТ-15. Изверга не встретили, зато СКАТ-15. Хорошо, что он здесь есть. Забираем. Можно смело к пантере шуровать. О, какие люди в Голливуде. Привет, двое из ларца, одинаковые старца. Забирай свой хлам. Так, пантера. Привет, все плохо, костюма нет. Шала его уже успел за хорошую цену загнать. А на вырученные деньги неплохо экипировал своих ребят. Селяби. Все равно я очень рада, что ты живым оттуда вернулся. Но тем не менее, по нашим правилам за срыв заказа я должна тебя оштрафовать. Ничего личного. Но в наш общак нужно отстегнуть 250 тысяч. О, нифига себе губу раскатала. Да пошутил я все сделал в лучшем виде. Костюм при мне. Надеюсь, теперь мой испытательный срок закончен. Было еще одно задание. Что-то типа кулачного боя, но оно откладывается. Тут кое-чего поменялось, пока тебя не было. Я не особо в курсе, но, по-моему, тебя кто-то заложил, что ты не наемник. Блин, и кто же это, интересно, стуканул? Только вот смотреть так на меня не надо. Еще кто-то в курсе происходящего, кроме меня. Так что мой тебе совет, стрелок. Давай, делай отсюда ноги, да побыстрее. Я с тобой свяжусь потом сама. Пришлю сообщение, ждем в гости самого босса с отрядом. Ой, блин, они уже тут. Похоже, у тебя будет не особо приятный диалог. Переговорим с тобой позже. Держи пушку наготове. Это совет, я помочь тебе не смогу. Он за твоей спиной, иди пообщайся. 100 штук получили. Нормально. Задание, ребята, засчиталось. Вот он, босс стоит. Чудобрек. Сейчас мы ему дадим люлей. Ну, в общем, мы уже ему давали в прошлой серии, в прошлых сериях люлей. Теперь, короче говоря, ребята, давайте приступим к традиционной рубрике передавания приветов. Хочу передать привет Фаберу. Фабер, тебе привет из Караганды. Еще хочу передать привет еще одному чуваку, Фаберу. Фабер, тебе приветос огромный от меня. Дальше передадим привет еще одному чуваку, Фаберу опять. Фабер, тебе привет от меня. Ну и еще один перевитос из Караганды Фаберу передаем. Блин, я обещал 5 перевитосов ему передать, потому что он мне хочет дизлайки ставить. Фабер, тебе перевет огромный от меня. Ну а на этом, ребята, давайте это видео закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. С вами была Зона. А пока, ребята, всем пока. И удачного прохождения.